Атабай Ихсан представляет. Три завесы скрывают от нас Аллаха. Когда они устранены, мы встречаемся с Ним. Вот эти завесы. Первое. Не испытывать счастья, даже если богатства обоих миров будут положены у твоих ног. Второе. Ни о чем не жалеть, даже если лишишься царства. И третье. Никогда не гордиться, даже если тебя превозносят до небес. Если ты стремишься в компанию истинных святых, аулия, и стать одним из них, то не заботься ни об этом мире, ни об ином. И очисти свое сердце от всего, кроме Аллаха. Сконцентрируй свое внимание исключительно на Аллахе и живи на то, что заработал честно. Проводи ночи в бдениях и часто постись. Пища, которую ты получил неправедным путем, лишает тебя духовного опыта, так как в такой пище сидит дьявол. Такие советы давал Ибрагим, идущим по духовному пути. Ибрагим часто говорил: «Знание без веры ничего не стоит». Некто спросил Ибрагима: «Почему ты не спишь ночью?» Он ответил: «Как могут мои глаза закрыться, когда из них постоянно текут слезы?» Когда Ибрагим заканчивал свой намаз молитвой, поклоном, он закрывал лицо ладонями из страха, что Аллах, недовольный его молитвами, не примет их и бросит ему в лицо. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик –